А напередодні бої по визволенні Гомеля узнавіла воєнно-гістарична реконструкція. Удільники використовували унікальні узори техніки і озброєння – автомобілі, мотоцикли, гармати. Свідкою подій стала наш кореспондент Вероніка Гамзюкова. Семьдесят шесть годов тому войски Белорусского фронта провели Гомельско-Решетскую операцию, в выннику якой бы вызволены Гомель. Подчас операции советские войски сдолили прорвать оборону противника и створить погрозу поудневому флангу группы армии «Центр». До реконструкции этих подей рыхтуются задолго. Удельники проходят строгий отбор, амуниция повинна отповедать реальным речам того часу. Потребна и теоретичная подрыхтовка. Реконструкторы выучают историю до дробязев, консультуются с опытными удельниками, обмерковывают стратегию на форумах. Есть у нас и командиры, организаторы других клубов, которые следят за довольно-таки строгим соответствием, чтобы все было на 100%. Приходится понемножечку, где-то чуть-чуть собирать, на что-то обменяться с кем-то, что-то докупить, но у нас очень много ребят, которые все делают своими руками. Я считаю, что этим могут заниматься только те люди, которые действительно любят историю, настоящие патриоты, и они преданы своему делу. Масштабная реконструкция вызволения Гомеля проходит штогод на протягу 5 годов. С каждым разом удельники спробуют привнести нечто новое, додать видовищности. Например, когда ранее в распоряжении реконструкторов был один миномет, теперь их несколько. Сярод техничных новинок так само модель танка Т-60. Подобные использовались в боях за вызволение города. Мероприятие самое крупное у нас на Гомельской области, ежегодное мероприятие, которое проходит. То есть, поэтому мы трое суток уже здесь находились в поле, уже и в палатках, и завозили технику. Ну, труд очень сильно, честно сказать, титанический, но результат он оправдывает все вложения. Уражение у самих удельников и глядачов хопит надолго. Наглядный живый урок истории застанется у памяти на фотосдымках и у видеоархиве. Мероприемства, присвеченные до 76-й годовины вызволения Гомеля, протягнутся. У программе митинги, урочистый сход и святочный концерт. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».